Приветствую вас. Полагаю, что страх, который вы испытываете, возник давно. Он идет, скорее всего, из детства, и его причиной являются определенные комплексы. Чтобы вам помочь, нужно разобраться с этими комплексами, понять, в чем вы не уверены, понять, где вы видите, ощущаете, чувствуете слабость, свою слабость, свои недостатки, свои слабые стороны и так далее. И эти моменты убирать. В действительности, чтобы вам помочь, нужно корректировать и ваше поведение, это извне, и сменить определенную деятельность, определенную часть деятельности. Это тоже извне. Потому что что-то, возможно, вы делаете не так. Далее, если говорить про работу внутреннюю, то это в первую очередь переоценка ценностей, переоценка самого себя, это осознание того, что вы действительно можете, чего вы действительно стоите и так далее. То есть работу можно и нужно вести по нескольким направлениям. Только так можно избавить вас от страха. Ну и если говорить вообще, то что есть страх? Это неизвестность. Это неизвестность и неуверенность в себе. Переход и перевод того, чего вы боитесь, в плоскость осознанную, в плоскость рациональную, поможет вам лучше осознать, чего вы боитесь, и подкорректировать, где-то, может быть, даже подтянуть себя. Также можно будет найти своего рода зону комфорта, в которой бы вам было бы хорошо, в которой бы вы чувствовали себя максимально свободно, и постепенно, скажем так, продвигались в направлении все более и более углубленного следования в этой ситуации. В той ситуации, которой вы боитесь. Но, безусловно, думаю, что начало разбор детско-родительских отношений, начало разбор ваших первичных детских страхов, ваших переживаний, ваших первых впечатлений и разбор вашего ощущения себя как мужчины. Это на первом месте. Дальше все остальное. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.